Что нужно бойцу, обладающему настоящим нокаутирующим ударом, чтобы победить? Быть большим не так уж и важно на самом деле. Это не имеет никакого значения, когда надо отправить кого-нибудь в нокаут. Главное то, с какой скоростью ты наносишь удары, и тот рычаг, который ты используешь, когда бьешь в плечо. Главная цель, когда реально хочешь отправить противника в нокаут, нанести ему такие удары, которые он не сможет отследить. Для этого существуют комбинации. Когда ты наносишь серию ударов, ты отвлекаешь внимание противника ударами в корпус, а следующие два удара, которые ты наносишь ему по голове, и являются нокаутирующими. И опять же, можно сделать это и с одного удара. Сначала по корпусу, а следующий сразу по голове. Внимание противника снова отвлекается на тот удар, который лишь слегка встряхивает его, и тут же ему прилетает другой удар. Да, я понял, о чем ты говоришь. То есть то, что противник вынужден закрываться от первого удара, и еще та скорость, которой ты наносишь следующий, сбивают с толку, и к этому удару он оказывается неподготовленным. Абсолютно верно. This should be the final knockdown of the entire fight, and of course the fight itself. Tyson found himself hitting an unguarded target, and that was on the chin. Troubles, admitted to being a driver.